Привет, друзья! Я рада вас приветствовать на YouTube-канале агентства недвижимости в Испании Alex Home Invest. Меня зовут Лариса, и сегодня мы находимся в городе Альбир. Это северная часть побережья Коста-Бланка, буквально 15 минут до крупного города Бенедорм. Для того, чтобы познакомить вас с таунхаусом, это вторичная недвижимость, но находится на территории закрытой урбанизации современной, буквально в 15 минутах от этой прекрасной набережной, от пляжа. И наш таунхаус имеет высокие потолки, до 6 метров с тремя спальнями, двумя санузлами и просторной зоной столовой. И хочу вам более подробно рассказать про Альбир. Это спокойное место, которое подойдет как для отдыха, так и для постоянного проживания. Оно спокойное, но при этом, если вам нужно больше движения, больше туристического какого-то вайба, вы можете сесть в машину и буквально за 15 минут доехать до крупного города Бенедорм. Но для жизни это место прекрасное, потому что у него чудесная природа, здесь очень много зелени. Альбир окружен красиво горами, и если у вас есть дети, если вы рассматриваете, что ваши дети будут здесь учиться, в этом городе есть две хорошие частные школы. Одна в самом Альбире, испанская частная школа, которая предлагает множество международных и билингвистических программ. И Ланусия, буквально в 15 минутах езды, есть Лимонар, британская частная школа. И начнем мы знакомиться с таунхаусом, начиная с своей придомовой территории. У каждого таунхауса есть два участка – перед домом и сзади дома. То есть мы с вами зашли через основной вход, и дальше уже с участка у нас находится вход в сам таунхаус. Мы заходим в дом и сразу попадаем в просторную зону гостиной. И я хочу сразу обратить внимание на количество света, количество окон в этом доме. Высота потолков в зоне лестницы достигает 5 метров 70 сантиметров, то есть практически 6 метров. И, конечно же, в домах, где есть двойной свет, это всегда производит такое сильное впечатление. То есть это сразу делает недвижимость гораздо более статусной и дорогой. Итак, у нас просторная, правильной формы гостиная. Далее у нас находится кухня и санузел. И из кухни вы уже можете попасть на вторую часть участка сзади дома. И хочу вас сориентировать по планировке всего таунхауса. То есть он у нас в четырех уровнях. Первый уровень – гостиная, то, что я вам сейчас сказала. Второй уровень – три спальни, два санузла. Есть цокольный этаж, лестница из гостиной ведет. И здесь находится свой приватный гараж на 4 автомобиля. И самый верхний, четвертый уровень – это эксплуатируемая кровля солярий. Более подробно хочу остановиться на кухне. То есть, с одной стороны, она у нас окружена такими стеклянными перегородками, раздвижными конструкциями. И это создает такой открытый формат, что у нас с одной стороны кухня открытого типа, но с другой стороны у вас есть все же возможность ее сделать изолированной. Мне нравится форма поверхности, что здесь есть у нас функциональный остров с варочной панелью и с вытяжкой, и очень много поверхности для того, чтобы вы могли и готовить пищу, и размещать мелкую бытовую технику. Из кухни мы вышли на задний дворик. Здесь у нас разместилась такая техническая галерея, стиральная машина, сзади вместительный электробойлер, и вот в этом месте у нас находится двухконтурный газовый котел. Это на самом деле большое преимущество этого дома, то есть здесь есть изолированный обогрев, то есть один контур идет на обогрев воды и второй на отопление дома. Вы можете обратить внимание, что в каждой комнате у нас установлены батареи. И мы поднялись с вами на второй этаж. Напомню, что второй этаж у нас спланирован в три спальни и два санузла. И предлагаю начать с мастер-спальни. У нее свой санузел. И хочу сделать небольшое замечание, ремарку. Сейчас этот дом сдается в долгосрочную аренду, поэтому не обращайте, пожалуйста, внимания на какие-то погрешности в плане порядка и личных вещей арендатора. Нам дали возможность здесь сделать видео. И про аренду хочу обратить также ваше внимание. Если вы рассматриваете недвижимость, чтобы сдавать в аренду, долгосрочно здесь легко можно сдавать за 2500 евро, а в сезон до 250 евро.
вы сможете уже предлагать эту недвижимость туристам. Вторая спальня у нас детская. Здесь хорошо размещаются две односпальные кровати, есть встроенный шкаф, и отсюда открывается вид на горы и на порт, на залив, на море. И мы с вами поднялись на верхний уровень, это эксплуатируемая кровля солярий. А здесь у нас площадь более 50 квадратных метров. Конечно же, здесь выведены все коммуникации, поэтому вы можете использовать это место по своему усмотрению. Можете даже установить летнюю кухню, джакузи и любоваться на эти прекрасные живописные виды. Здесь отсюда у нас видна красивая скала Ифач, это Кальпа уже. И мы видим, что вся соседняя постройка, соседство очень приятное, то есть здесь в основном либо современные уже новые урбанизации, либо крупные особняки в традиционном испанском стиле, поэтому могу вас заверить, что вы себя чувствовать будете здесь комфортно, безопасно и спокойно. Мы с вами сейчас пришли в общую зону этого комплекса. То есть здесь у нас бассейн, есть зона для отдыха с лежаками, с озеленением. И здесь я хотела бы обратить еще раз ваше внимание на саму локацию. То есть Альбир само по себе место очень спокойное, где в основном располагается недвижимость состоятельного сегмента. И кроме того, наш комплекс имеет закрытую охраняемую территорию. И здесь предлагаю подвести итоги к нашему просмотру. Мы с вами ознакомились с таунхаусом, со своей придомовой территорией, общей площадью 314 квадратных метров. И на сегодняшний день стоимость этого предложения 480 тысяч евро. Как я сказала в начале видео, это предложение доступно только за рубли, то есть вы можете приобрести переводом именно в рублях. Если вас предложение заинтересовало, обязательно нам пишите на WhatsApp, Telegram или звоните. В описании к этому видео есть все наши контакты. Хочу вас поблагодарить за то, что посмотрели наш обзор, и увидимся с вами в следующем просмотре.